Екатерининский парк в Тирасполе, Бендерская крепость, скалистый север и живописные берега Днестра. Об этих визитных карточках Приднестровья и не только рассказывают в Берлине. В столице Германии проходит туристическая выставка. 20 тысяч человек из 185 стран мира. Для наших турфирм это шанс рассказать о Приднестровье и наладить связи. Нас встречают очень хорошо, много русскоговорящих немцев подходит к нам, которые очень хотят посетить Приднестровье. Вообще Приднестровье является одним из главных пунктов туристического назначения. На сегодня мы уже заключили два контракта с немецкими туроператорами, которые готовы разместить наших гидов и наши предложения на своих сайтах. И будем потихонечку продавать туры, которые будут реализовывать не только наши компании, но и те компании, которые занимаются внутренним туризмом на территории Приднестровья, у этих туроператоров. Ну, о Приднестровье знают, много подходят и много спрашивают. Поляки к нам подходили, Армения к нам подходила, подходили арабские страны, представители общались. Эта выставка еще раз показывает Приднестровье туристам интересно. У нас есть все для незабываемого путешествия.